Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіть у гэтым випуску. У жильовому фонді регіону включають отепління. Автобусний парк пропонував гамельчанам вакансії кондукторов. Сьогодні у православних страстная п'ятниця. Громадський транспорт у великодную ноч буде працаваць довжей. А зараз об гэтым і іншим больш подробязна. У жильовым фонде Гомельской области включают отопление. Решение о подаче тепла принимаются местными уладами у каждом районе особенно, заходящие среднесуточных температур. Как поведомили у жильово-коммунальной господарцы региона, рекомендация начать подачу тепла связана с похолоданием. Наместник гендиректора Держобъединения жильово-коммунальная господарка Гомельской области Вячеслав Пархоменко запевнил, что без тепла людей не покинуть. Однако включение отопления – справа не одного дня. Нагадаем, что в дитячих садках, школах, больницах, поликлиниках и інших установах социальной сферы отопление не выключали. Сегодня во управлении по праце, занятости и социальной обороне Гомельского гарвыканкама прошел черговый день предприемства. Какие вакансии пропоновали и увогули, насколько эффективная такая форма працеладкования, доведалася Ганна Ковалева. Зменный график, заработная плата от 500 рублей, соцпакет и подвоз. Умовы працы на посаде кондуктора с уискальником растлумачила кадровая служба автобусного парка номер 6. На вакантное место одобрали 7 человек, а кроме того, сформировали кадровый резерв для будущего працеладкования. До речи, в этот день сюда пришли не только потенциальные кондукторы, але и водители автобусов, для которых так само знайшлися вакантные места. Нас с управлением по труду связывают давно уже деловые, хорошие отношения. Считайте, дружественные. Наши водители, в общем-то, работая здесь в управлении по труду, те, кто состоит на учете, возят на различные работы. Нам, как говорится, с ними комфортно работать. Они нам всегда готовы помочь. И вот наши, как говорится, вот эти вот потребности, они периодически нам закрывают. Подобные кермаши вакансий проходят в управлении два раза на тыдень. Напередодні городская служба занятости провела их для работников сферы гандлю, громадского харчевания и вытворчести. Магчимостью працеуладковаться скористались прикладно полсотни человек. День предприемства проводили и для ожидающих працевать у швейной галине, а так само матросами-выратовальниками у купальный сезон. Наступный день предприемства пройдет у авторок 18-го красовика. Об вакантных местах на швейной вытворчести расскажет керавництво будовничего предприемства. Ну и очень активно проводится в вопросах на направлении на подготовку, на переподготовку. Мы только за апрель месяц поставили себе задачу не менее 300 человек направить. Сейчас активно комплектуются группы. На сегодняшний день уже в пределах 150-170 человек есть, и они будут направлены на переподготовку. Узровень беспрацовья у Гомеля зараз складе 1,1%. Городская служба занятости штодня выдае 15-20 накіраванняў на працу тым, кто звертается сюды за допомогой. До речи, только за апошние 10 дзён управление оказало садзейнічанне прикладно 250 гамельчанам. Ганна Ковалева, Ігор Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». На будущем тыдні у чарговы раз знизится ставка рефинансования. Яна зменшится яшчэ на 1 пункт и складе 14% годовых. Усе подробязности у экономичным огляде. Так само у выпуску у Беларуси з'явится система страхования от беспрацовья. Плануется, что помер допомоги по беспрацовью складе 60% средней зарплаты работника. Глядите программу «Экономичный огляд» сегодня у 21:25 на телеканале «Беларусь 4 Гомель». Сегодня страстная пятница. Яна попередничая святу Великодня. У гэты день христиане вспоминают апошний день земного життя Иисуса Христа. Яго распятие, снятие с крыжа и пахавання. Гэты день самого строгого посту. У страстную пятницу не принято спевать, гулять и веселиться. Варто откласти усю домашнюю працу. Нельга шить, резать, робить уборку и працевать на земле. У гэты день на вечерне спевают особливы канон и выносят плашаницу. Однако, не глядячи на то, что набоженство просякнуто смутком, яно уже рыхтуя верников до надыходящего у воскресенья Христа. Есть еще и даже в ограничении в постной пищи, потому что даже написано, что мы не вкушаем подсолнечное масло вообще в этот день. То есть так в другие дни поста мы это делали, а сегодня вот такое вот ограничение. Освящение Пасхи и куличей будет начинаться завтра в 12 часов дня. Вот, и будет продолжаться почти до самого начала богослужения.
У великодную ночь с Иерусалима у Гомель доставят животворный огонь. Спочатку он прибудет на самолете у Минск. Затем его развязут по епархиях. Первым на Гомельщине святыню примет кафедральный собор Петра и Павла у областным центре. У неделю сопровождение звоницы огонь развязут по храмах Гомельской епархии. Я хочу всех поздравить с наступающим праздником Пасхи Христовой. Пожелаю всем добра, радости, мира семьям и храни Господь всех вас. Бадай самый запотребованный продукт у гэты дни – великодные куличи. Их выпечкой занимаются кондитерские предприемства, монастырские пекарни, приватные предпринимальники и домашние господыни. С технологией вытворчества ознайомился Олег Сентюров. Основные продукты, которые должны быть в каждом доме на великий день – пофарбованные яйки, творожная паста и куличи. А пошник – это специальный святочный хлеб. Рецептов его приготовления шмат. Звичайно, використовується державное тесто с добавлением сметанкового масла, яек и цукру. На Тераховском хлебзаводе Добрского райспоживсоюза у гэтыя дні работа организована круглосуточно. Не отмовляючыся от традиционной продукции, основная увага – великодным куличам. Это часовая продукция, якая вырабатывается всего 4 дні в году. Але за гэты час можно отримать недрэнный прибыток. Причем, когда у сераду и четверг перевага отдается куличам в упаковце, так и они лепш заховываются, то у пятницу и субботу повышенным попытом користается гарачая выпечка. На протягу суток только на гэтым заводе вырабатывается каля 4,5 тысяч куличов, вагает 300 до 600 граммов. Не глядя на то, что кулинары повинны притримываться затвердженной рецептурой, место для творчества застается все ровно. Кексы пасхальные мы выпускаем разных видов, разного развеса, с изюмом, без изюма. Ну и вот стараемся вложить все творчество свое, чтобы кекс был вкусный. Сегодня великодные куличи выпекают практически все державные и приватные хлебозаводы. Набыть их можно у любой харчовой краме. Правда, кошт довольно значно отрознивается. 400-граммовый кулич можно набыть и за 1,5 рубля, и за 5. Але продукция на полицах не затримивается. Тем больше, что домашней выпечкой занимаются далеко не все. Чем я была, 4 человека сюда сама делала. А теперь уже 77 годов, мне уже силы нема, так я приду, на мне просто. У Гомельском жаночем монастыре свежие великодные куличи продаются за несколько годин. Правда, сам процесс их вытворчества для инших закрыты. Кажут, что по час выпечки читаются специальные молитвы, тут потребна особливая атмосфера. Непосредственно по час продажу у монастыря покупнику обовязково пожидают здоровья и всего самого лепшего. И еще раз звернутся с молитвой до Бога. Сердца любящих Бога и знаменующих крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный, жертворящий кресте Господень. Помогай мне со святой госпожой Девой Богородицей и со всеми святыми. Во веки аминь. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель». Громадский транспорт у великодную ночь будет працевать до ужей. Как после урочистой службы у храма гомельчанам было зручно добираться до дому, автобусы и троллейбусы будут перевозить пассажиру до 3:30 раницы. Транспортные взносины будут обеспечены со всеми микрорайонами областного центра. И опошнее поведомление теме развития районов, которые потерпели у вынику аварии на Чернобыльской АЭС, будет присвечена черговая программа «Диалог». Я на выйдя в эфир сегодня у 19:20 на телеканале «Беларусь-4». Гости из студии станет наместник начальника управления по проблемах ликвидации наступства катастрофы на ЧАЭС Гомельского облвыканкама Людмила Лисюк. По часу эфиру будет працевать телефон прямой линии. Поведомить об хвалюющих проблемах, выказать конструктивные пропановы можно по номеру 77-68-45. Гэтыя і іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць Максім Савін.